Вы в последнее время обращались за медицинской помощью? Этот вопрос мы задали жителям края в нашей группе ВКонтакте. Почти половина опрошенных, 47%, обращались за медицинской помощью и отметили, что к врачам на прием тяжело попасть. Между тем, повезло только 7%. У них все прошло быстро и без нареканий. Не обращались за помощью 31% респондентов, а вот 16% боятся обращаться в больницы из-за гуляющей инфекции. На этот же вопрос нам отвечали жители на улицах города. Да, я недавно обращалась за медицинской помощью. Врачи отреагировали, все пришли, переживали. Больничный был оформлен, больничный был закрыт. Врачи вообще идут на помощь, стараются. Быстро дают свои телефоны, то есть всячески стараются ускорить процесс. Нет, в последнее время не обращалась. Но в период коронавирусной инфекции нет. Но пока нету необходимости, поэтому нет, не была. В начале коронавируса я была на больничном. Ну, короткий срок, в принципе, врачи принимали. Все, пока больше не обращалась, ну и желательно не ходить. Слышала, что нет записи к врачам, что многие якобы там в отпусках или сами на больничном. Обращались, у меня ребенок сейчас заболел, и не можем вызвать на 2 дня скорую. Ни скорая, ни отложка, ничего не едет. Очень неприятно. 2 дня обещали приехать, не приехали. Очень неправильно, я считаю. Температура плюс 38 держится, и горло болит. Ну, вот изолировали ее в комнату, но это ведь не вариант. Обязательно хотели бы, чтобы врач приехал, но не приезжает. Платно, все платно. Платно все можно. Вызвать врача платно и сдать анализы платно, но только платно.